Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 на РУС. Версия игры, как обычно, 0.3.16. Значит, ссылочки на пираточку 0.3.0.3.16.13.04 будут под видео на канале. Поедем сегодня, доработочка, делаю Рено Магнум 10 на 10. Применить. Игра. Сетевая. Друзей. Создать. Давайте широкую реку. Вот такой у нас будет автомобиль. И начнем. Ссылочки для записи видеопрограммы Merrill Action и Bandicam под видео на канале и в группе. Всем советую, кто хочет писать видосы. Ставьте, пишите, скачивайте. Значит, вот у нас такой будет Magnum. Перекрасил его, переделал, как я хотел показать, карданы присутствуют, свой звук у него. Видите, есть анимация кабины, есть, болтается. Привод будет задний, анимация кабинки. Значит, анимация образовичков, все присутствует. Так, значит, по колесикам. Колеса будут такого плана. Такого. И естественно, дефолт с цепями. Давайте поедем на вот этом, наверное. Остановлюсь на этом выборе колесиков. Так, по фаркам. Парки, крыша, маячки, запасочка, парень, седло, седло. Ну давайте что-нибудь сейчас прицепим. Какой-нибудь рецепчик. Так, открыть нам надо, да, в гараж поедем. Давайте откроем. Четыре очка гаража. Давайте поедем вот с этим прицепом. С этим прицепом без салона водила сидит, руль крутит, все как надо, короче. Док, фары, все присутствует. Друзья, кому интересно, кто собирается писать вот видео, делать свой канал, естественно, монетизировать все это дело. Программки, вот я Merrill Action начинал, ребята, писать. Там нормальные ломаные видео есть, ссылочка, как устанавливать.
Также на Бандикам ссылочка есть. Можете, ребята, скачивать, смотреть видосик, выбирать там что. Ну, я бы писал, конечно, экшеном. Экшен лучше. Дольше это все дело, но по качеству лучше. Вот. Также, кто уже насобирал подписчиков определенное количество, есть ссылочка на партнерскую программу VSP Group. Можете, ребят, по ней проходить, регистрироваться. Там же автоматом проверят количество подписчиков, насколько хорош канал, не хорош. И можно подключить партнерку. Вывод на любые кошельки без проблем. Автоматически вводите кошелек и ежемесячно получаете бабульки. Так что как-то так. Поедем дальше. Не знаю, ребята там делали аж 5 версий этого магнума, но что-то ни карданов, ни машек, ни на брызгах, что-то ничего не сделали. Короче, шляпный конверт. Ну-ка, сделал. Ну, по-своему, опять же, мне понравилась машинка. По-своему сделал, как умел. Считаю, как всегда, что сделал намного лучше, чем там увидел. Поэтому пока в доработочке. Хреножка. Сейчас утоплю его, блин, наверное. Давай, поехали, родной.
да, как-то не сильно он хочет. Давайте назад тогда. Отлично, без всяких перебедок. Едем, наверное, давайте на эту остановочку. Привезли. Давайте поставим другие колесики. Дополнительные. Специально дополнительные. И возьмем еще один рецепчик. Оттарабаним. Строим еще один гараж. Какой-то у нас паровоз получается, ребята. Ух, хорош.
Поедем сейчас в другом месте. Думаю, блин, не переедем мы там, наверное. Ну ладно. С другой стороны посмотрим. Переедем, не переедем. Видно будет. Там-то вообще на самых таких жестких машинах переезжать надо. Эта дорога. Где-то у поворота. Возможно, даже где-то тут. Тут. Поворот пошел. Так, сейчас глянем карту. Да, вот. Даже, наверное. Тут гараж. Как-то надо нам вот сюда проехать. А как сюда проехать? Через дорогу, что ли? Ладно, поехать сюда налево сначала. Направо. Где она будет? Где она будет? Сейчас, ребята, еще дальше. Так понял, наверное, от гаража. Да, скажем так, дорога-то не сильно на дорогу похожа. Ничего, все. Засадили, что ли? Точно прицеп поднимает, зараза. Давай. Точки открывать не будем. Будем вести гараж. Это выезд прям через пилораму идет. Так, вот как бы нам тут точно через реку-то переехать? О-о-о. Дела. Наверное, не судьба, да не будет переехать. Ну, сразу понижайку давайте уже, блин. Понижайку. И полетели. Шел-шел и полетел, блин. Будем надеяться, что переедем.
это вообще, по-моему, глубоко, не? Нормально, ребята, переехали. Гараж. Так, ну что можно поставить, наверное, тогда горючку, знак бензовоза. Давайте еще прокатимся. Рычаг передач тоже, ребята, ссылочка будет под видео на канале и в группе. Кому интересно, видите, глаза загораются. Ух. Дверь рычажища. Прилипает на ходу. Наверное, точно надо, ребята, обзоры записывать не в мультике.
месте, ё-моё. Ну, тут надо было налево. Хотя надо было вообще развернуться и через лес вот махануть. Давайте так и сделаем. Это по мне та дорога. Да не там.
друзья мои, вернулись к гаражу. В принципе, видите, машина, задний привод, задние три ведущие моста. Адекватно прокатилась по карте. Лебедку я не использовал. А если еще ехать вдвоем, втроем, вчетвером, уже, я думаю, можно будет друг другу тут оказать непосильную помощь, скажем так. Так что вот, ребята, получается такой автомобильчик. На мой взгляд, он намного интереснее, чем то, что я скачал в интернете, прокатился. Не полностью там доделанный такой. Буду стараться его допилить получше. Если я, то замерзнешь. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Возможно, будет розыгрыш, когда на канале наберется 1000 подписчиков. Будет разыграна игра Спинта РС. Steam лицензия. Кому интересно, можете посодействовать. Активнее ведите себя в группе, ставьте лайки, репостите, подтягивайте на канал, в группу народ. Чем больше наберется и быстрее подписчиков, то есть по истечению 1000 подписчиков будет в розыгрыше, в группе будет розыгрыш Спинтайра с Steam лицензией, когда наберется на канале 1000 человек. Так что, ребята, всем удачки. Мониторите все в группе на канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.